Привет-привет! Сегодня ждет меня вот такая партия еще череночков петуни, которые нужно рассадить в другие, более большие объемы. А пока займусь пересаживанием маленьких-маленьких петунечек. Партия петуний. Красная, Dot Star. Вот сейчас эти красотки будут пересажены. Вот такие подготовленные стаканчики. Ну, я же рассказывала, что сегодня буду заниматься пикировочкой и перевалочкой. Разделила я свои петунии. И, конечно, приступаю к самому важному процессу. Это сейчас я и буду вот таким образом сажать в каждый отдельный свой домик. И вот так они у меня будут сидеть еще 3 недели. До следующей уже полноценной перевалки на постоянный домик. Меня очень часто спрашивают мои девочки, чем же таким я обрабатываю свои растюшки. Девочки, вот приобрела вот такую биозащиту от болезней в фирме «Семена Партнер». Вы знаете, я в восторге, честно скажу. Во-первых, обработка грунта, обработка растений, еще и антистресс. Здесь профилактика всех грибных и бактериальных болезней. Это не реклама, девочки, это я вот пользуюсь таким препаратиком. Мне очень нравится. Очень. Ну что, пересадила я их своих красоток. Ну и сейчас навела вот сюда немножечко этого раствора вместе с БТУ, с биозащитой. И сейчас просто обработаю их по листу. Ну что же, перевалочка закончена. Обработочка завершена. Сейчас на солнышко ставить я не буду, ни под лампы, ни к окошечку. Пусть сегодня денечек посидят спокойно в светлом простом месте. Почему? Потому что в любом случае петунья получила стресс. Ну, буквально через недельку я вас уверяю, что эти красотки будут великолепны. Все, всем пока!